Кинокомпания «Метро Голдвин Майер» представляет. Я возьму на себя посла. Подашь сигнал? Есть. Пошла. Держись, милая. Торт. Свет. За мной. Тони Рассел в фильме «Спартанские гладиаторы». В ролях Массимо Серата, Нандо Гацолло, Ливио Лоренцон, Пьер Лулли, Хельга Лина и Паоло Петти. Туда. В фильме также снимались Ренато Россини, Пьетро Капана, Уолтер Маэстози, Гаэтано Гуэртараро и Нандо Ангелини. Авторы сценария Александр Конинтенца, Альберто де Мартино и Чен Моррисон. Оператор Пьер Людовико Павони. Композитор и дирижер Франческо Манино.
Продюсер Джозеф Фрид. Режиссер Альберто де Мартино. Нет, Керос. Если нас увидят, ты знаешь, чем я рискую. Да. Положением царской невесты. Невесты нашего возлюбленного господина. Который не щадит своих врагов. Оставь его, Аспасия. Ты ведь его не любишь. Это замужество навлечет на тебя такую же ненависть, какую ты испытываешь к нему. К тому же у тебя есть все, чего можно пожелать. Красота и богатство. Власть сильнее богатства. Я стремилась к ней всю свою жизнь. Придешь завтра вечером ко мне на пир? Браслет получишь завтра. Не настаивай, Керос. Если не придешь, у царя зародятся подозрения. Пир будет в его честь. Я бы не стала его провоцировать. Он слишком скор на расправу. Критоний! Прости меня, Керос. Осторожно. Мне некуда было пойти. Ты все правильно сделал. Ложись. Мои двери всегда для тебя открыты. Кто тебя ранил? Керос, это... были люди царя. Вся надежда на тебя. Мы должны сплотиться против него. Тебе нельзя разговаривать. Нет, выслушай меня. Царь собирается нас предать. Следы крови ведут сюда. Обыщите дом. Уходи. В память о нашем отце. Очисти Спарту от предателей, Керос. Доказательство в храме Афины. Откройте. Немедленно. Это приказ. Ломайте дверь. Это он. Обыщите дом. Не трогайте его. Что он здесь делает, Керос? Закон запрещает укрывать мятежников. Я не действую против закона. Этот человек – мой брат. Значит, есть основания подозревать и тебя. Обыскать его. Нам нужно подкрепление. Уведите его.
Так, теперь направо. Но, вперед! Сегодня будем ловить удачу. Ты Керос имеешь в виду? Вообще-то образ интересный. Если Керос хочет, чтобы мы развлекали его на банкете, щедрость его должна быть соразмерна моему таланту. Ягул! Пора нам делать из тебя человека. Лучший способ занять мое место. Керос, в чем дело? Нам придется отложить пиршество. Увы, не Мэтт. Непредвиденные обстоятельства. Пошел. Ты назвал его Керос? Не я, а маменька, будь она неладна. Ты говорил, он друг царя, свободный гражданин. Ну да, говорил. Неужто пал он? Неужто гнев богов навлек? В знак скорби пригублю вино. Может, хватит на сегодня? Я процитировал Эсхила. Знаешь, а это твой Керос ничего. Да? Пусть я виновен, раз тебе угодно. Но я виновен только перед братом. На твою власть я никогда не покушался. Твои нравственные терзания — вещь любопытная. Но меня интересуют последние слова твоего брата. Он выразил мне свое презрение из-за дружбы с тобой. Я потерял его доверие. Почему же он пришел к тебе? Не знаю. Видимо, больше ему было негде укрыться. Я верну тебе свободу, если расскажешь правду. Даю слово. Тебе страшно? Ты боишься моего брата? Боишься мертвеца? Где то, что он принес с собой? Отвечай. Твои люди обыскали дом и ничего не нашли. Допустим. Но что он говорил? Я жду, Керос. Убей меня. И я не буду представлять опасность. Ты скажешь, даже если я выбью из тебя всю душу. Думаешь, он пощадит его? Мне платят не за то, чтобы я думал. Керос не предатель. Возможно. Дорогая вещица, не стоило бы разбрасываться. Почему не отдал царю? Рассчитывал завоевать расположение. Безрезультатно. Следовало бы его убить. Если он последний видел Критония живым и знает что-то, мятежники попытаются с ним связаться. Отправь его к гладиаторам. Достойное испытание для его упрямства. Более чем достойное, мой господин. Раньше ты не опасался бунтарей? Они вышли из-под контроля. Вздумали меня запугивать. Все из-за статуэтки, в которой спрятан договор с лидийским царем. Еще вчера передо мной открывались грандиозные перспективы. Теперь меня могут обвинить в измене Ахейскому союзу.
Возможно, мы недооценили вашу воинскую доблесть, но они не дадут ей угаснуть. Присоединяйся, не жалей костей. Оставьте его. Он весь исполосован плетьми. Это только начало. Ты заговоришь. Нечего глазеть. Керос. 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 Это я. Аспасия. Я хочу тебе помочь. Позволь мне вызволить тебя отсюда. Нет. Я люблю тебя. Что это за статуэтка? Скажи, и ты свободен. Мы убежим вместе. Статуэтка. Статуэтка. Он... Я не знаю. Не знаю. Критоний умер. Я ничего не знаю. Ничего. Керос. Керос. Невеста царя, Аспасия. Она нам не нужна. Сейчас меня интересует только Керос. Подозрительная особа. Тем больше оснований за него беспокоиться.
Ну что? Ничего. Он молчит. Уверяет, что ничего не знает. А если все-таки знает? Он дорого заплатит. Статуэтка. Говори, где она? Убери эту скотину, или я ее изрублю. Изрубишь? Извинись, обидел даму. Я тебя предупреждал, Мардо. Обычная тренировка. Будущему гладиатору это полезно. Хочешь молока? Это единственное, что здесь дают пить. Бестия расщедрилась. Славная коровка. Я что-то не понял. Она и спит вместе с вами? Нет. Меня охраняет. Ты против? Нет, только в помещении специфический запах. Это от него воняет. Вот коровы и липнут. Ты невероятно галантен. От меня и правда несет? Нет, если ветер северный. Счастливая, гуляет где хочет. Ей эта свобода ни к чему. Целыми ночами выводит мне рулады. Как ты сюда попал? Не ты один в опале у царя?
Собираешься гнить здесь всю жизнь? Я понимаю, о чем ты. Забудь. С такой охраной отсюда не выбраться. Вдвоем мы могли бы попробовать. Есть одна мысль. Утром, когда откроют решетки, мы нападем на охрану. Переоденемся, поднимем тревогу, скажем, что гладиаторы сбежали. А воспользовавшись замешательством, именно это и сделаем. Смотри, у меня есть нож. Он может пригодиться. Ты согласен? Конечно, согласен. Отлично. А теперь спать. Завтра нам понадобятся силы. Я должен увидеться с Акроном. Тише. Не звени ключами. Пошел. Тревога! Гладиаторы сбежали! По местам! Нет, погоди, доложи капитану, мне нужно с ним увидеться! Нет, нет, не стреляй! Что за идиоты? Тех двоих, что были с ним, в камере нет. Скорее, они где-то рядом. Мы не расслышали, что он сказал. Был такой шум. Поезжайте следом. Живой? Ноги немеют. Вода холодная, зато запах отобьет. Самое время. Кругом никого. Ты все знаешь, вперед. Вот это учудило.
Это они, за ними! Оторвались. Ты явно поторопился. Они вездесущи. О, горе мне! Открытая могила! Пылающий костер и жертва их. Увы, увы, ужель я вижу брата в последний раз? Или я с ума схожу? О, сын мой, солнце сияние хотят закрыть, а я? Молчать я буду? Вставайте, дети, в отцовский дом. За горемычной матерью идите. Наш дом теперь он только по названию. А ты, верховный бог, куда глядишь? Умеющий так ловко все препоны с пути к чужому ложу удалять. О, Зевс, неужто олимпийца пристыдить придется человеку? Амфитрион не предавал врагам сирот Геракла. Собрать им помогать в беде — вот воля Зевса. За мной погоня. Представь, что я в пьесе, говори что-нибудь. Явился Зевс. Позволь же убедиться нам, что Зевс ты. Благодарю. Спасибо. О да, божественнее не бывает. Точнее, я хотел сказать, чего от смертных нас ты хочешь? Взять в жены милую девицу. Она ведь мать моя. Как? Ты ослушаешься воли Зевса? Нет, воли Зевса нет. И спросим мы совета у Архонта. Кто смеет спорить с волей богов? Молодые люди, долгой жизни вам. Все ложь. Под маской верховный бог не мог скрываться. Ты самозванец, не иначе. Получай же. На что нам остается уповать, чтоб так коварный перст нам не подкрался? И да свершится воля неба. Не бойся, я друг. Сюда, вокруг солдаты. Взять смутьянов. Закопошились. Граждане, благодарю всех за внимание. Завтра вы услышите отрывок из бессмертной поэмы. Вставай, они помчались за двумя бунтарями. За бунтарями какими? Не знаю, благодари богов, они вовремя появились. Ты тоже внесла свой вклад. Больше всех это ощутила моя нога. Это чтобы в следующий раз на репетиции приходил. Ты испохабил мне трагедию. Четвертовать тебе за это мало. Солдаты скоро вернутся, ступай по добру, по здорову. Куда? Еще один? Это мой друг. Боюсь, нам придется остаться. Ваш фургон — единственное безопасное место. У меня уже один сидит на шее. Царь желал мне смерти благодаря анимету и этому шлему. Теперь я умираю каждый день. Умирай на здоровье, но не за мой же счет. Я не за себя боюсь, за доченьку. Перестань, отец. Я сама за себя постою. Еще как, до сих пор ноет. А по мне пусть остается. Да как ты смеешь? Я должен слушаться раба? Я твой господин и повелитель. А, господин, так корми себя сам. Мне следует тебя казнить. Еще скажи, что не хватило солдат. Нельзя, чтобы он передал свидетельство представителям Союза. Узнай, где он и статуэтка наша.
Возьми людей. Щедро заплати. Я дам столько, сколько попросишь. Но без него не возвращайся. Может, мне тоже надеть шлем Бахо? Все скрыть тебе не удастся. Лицо, да. А вот запах. Кто-то скачет. Свои. Они спасли нас вчера вечером. Это Кротон, друг моего брата. Кротон, это я, Керос. Благодарю тебя. Все назад, или я перережу ему горло. Знаешь, зачем я тебя спас? Нет. Видимо, за тем, чтобы перерезать мне горло. Так и будет, если не скажешь, о чем говорил Критоний перед смертью. Тебя это не касается. Он заполучил важную улику. Что это? И где оно теперь? Скажи, что ты ищешь, тогда и поговорим, а так слишком туманно. Статуэтку, изображающую Афину, богиню войны. Другое дело. А теперь спрячь в ножны клинок. Где она? В храме Афины, со всем содержимым. Царь доберется туда раньше нас. Завтра в храме праздник. Он будет там. Я проникну туда. Храм откроют только завтра. Ничего не выйдет. А мы попробуем. Нашли? Пока нет. Ты не из Спарты. Я тебя не знаю. Нет, нет, мы из Микен. Пришли поклониться вашей богине. Царь лично примет вас. Нет. Благодарю тебя. Но дары наши слишком скромны, чтобы тревожить столь высокородного человека. Понимаю. Статуэтка.
Должна быть, это она. Давай, бери. Ну же. Погодите-ка. Остановите их. За ними живо! Церемония закончилась? Нет, только начинается. Охрана, это мятежники! Взять их! Разойдись! Дороги, чернь! Дай нам проехать! Ну-ка, подвинься. Но! Пошли! Держи. Мне надо внутрь, я везу товар. Убирайся, от тебя одни неприятности. Назад, все назад. Я кому сказал? Спрячьтесь, едут солдаты. А ты не цокай. Я и не цокаю, успокойся. Задержать повозку. Мое почтение, господа. Зачем прервали вы мои скитания? Я не мед, скромный бродячий артист. Не мед, говоришь? Слышал я как-то твою галиматью. Что? Да как ты смеешь поносить талант Эсхила? Галиматьей называть труды великого драматурга, отца трагедии? Невежда. Главная трагедия в том, что его ставишь ты. Что у тебя в повозке? Мои костюмы. Хочешь посмотреть? Я с большим удовольствием взглянул бы на тебя без них. Отойди. Девчонка нас погубит. Мне нравятся женщины с норовом. Когда мы, наконец, поймаем и повесим этих несчастных повстанцев, я бы тебя приласкал. Приходи на наше следующее представление. Все чисто? Да. Хорошо. Можете ехать дальше. Подсади. Прощай. Вернее, до новых встреч. До новых встреч. Желаю всем я крепкого здоровья. Пусть славой Авито будет ваше имя. Все вы достойные мужи. Благодарю богов за то, что честь имел столкнуться с вами. Прощайте, и да сведет нас случай в час иной. Прощайте, добрые друзья мои. За ними.
Погоня! Подгони лошадей! Быстрее, отец! Быстрей! Я их задержу. Еще увидимся. Осторожно, их нужно взять живыми. Быстрее, отец. Почему я не мужчина? Уж я бы их поставила на место. В этом-то вся женская сущность и проявляется. Скачи быстрее. Еще. Подгони их хлыстом. У меня сандали съехали. Скорее! Мы должны пересечь границу, тогда будем в безопасности. Надо было это предвидеть. Они переправились в Аргос и прихватили статуэтку. Найдите их. Пересеките границу. И найдите их. Даю тебе последний шанс, Акрон. Последний. Мы напрасно рисковали. Заполучили статуэтку, а толку? Это же чистое золото. Продадим. Смотри. Он собирался сдать нас варварам из Лидии. Если сюда войдут лидийцы, мы лишимся свободы. Греческий народ попадет в рабство. Здесь мы бессильны. Обратимся за помощью к людям Аргоса. Они увидят соглашение, войдут в Спарту и свергнут царя. Я поддерживаю. Мы можем сделать это своими руками. Силы не равны. Нет. Мы обвиним его в измене перед Ахейским союзом. Да? И предоставим ему время на отступление? Мы были инициаторами создания Союза. Надеялись сплотить Грецию и положить конец войнам между полисами. Пока мы не можем воздействовать на власть законно, у предателей внутри Союза развязаны руки. Измена близка. Мы должны отправиться в Афины. Твой брат согласился бы со мной, Керос.
Пока ты находишься в бегах, царь объявит тебя врагом народа. Это естественно. Хочу, чтобы вы знали, я был безмерно счастлив вам услужить. Однако теперь должен вернуться к своему ремеслу. Ну что ж, прощайте. Не торопись, Немет. У меня возникла любопытная идея. Правда. Мой сын познал любовную тоску. Настало время сердце обуздать и самообладание упрочить. И доказать врагам, что только силой духа и язвы способен ты сердечные лечить. И вечно мукам предаваться не намерен. Люблю тебя. Дай мне увидеть, что тебя так гложет. Где? Не вижу. А, ну, хорошо. Безумный вожделение огонь, рассудок должен охладить послушный. Остуди же ты его. Скорее остуди, или будет худо. Давай же, наклонись и поцелуй стопы. Тебе не нравится, как я пахну? Лидия, а я уж думал, не свидимся. Как смеешь ты целовать мою невесту? Прошу прощения. Я принял ее за свою сестру. Ну, покажи свои клыки. Как ты умеешь рычать? Давай, ну, рычи. Ну, хоть чуть-чуть. Рычи, вот так. А теперь еще громче. Громче. Первый, кто поразит мишень, получит целый мяг вина. Дай-ка я попробую. Приз достается победителю. Обещание есть обещание. Куда ты льешь? Мое вино! Так, умница, теперь к папочке. Благодарю, благодарю. Деньги в кубок. Огромное спасибо. Ешь, Юкли. Одиссей мертв, Пенелопа. Не может быть. Я прав. Назад. Спаси меня, любимый. Защищайтесь.
Пенелопа! Изумительный закат. Ты напугал меня. Обидно. Давно пытаюсь произвести на тебе другое впечатление. Я понимаю, о чем ты. Не надо. Выслушай меня. Нет, Керос, ты знаешь, по положению я немногим выше рабыни. Мы слишком разные. Не говори так. Моя жизнь беднее твоей. Твой отец свято предан своему делу. Так же, как Баха, Кротон и остальные. Они живут идеалами, любовью к родине. А ты? И я бы мог. Ради тебя. Это успех. Грандиозный успех. Теперь мы выступим перед афинской и фиванской знатью. Да, я золочусь. Сначала надо доехать. Осталось немного. Доберемся до порта, а оттуда рукой подать. За нас, за великих актеров и за дальнейшие успехи. Ловушка. Разворачивай лошадей. Отходим. Слава богам, мы от них избавились. Хотя бы на время. Будьте осторожны, они могут вернуться в любую минуту. Снова подбирается. Постой-ка, Ягул. Поджигай. Вот здесь.
Не будем терять время. За мной. Он ушел у нас из-под носа. Расскажи об этом царю, а не мне. Это будет крайне неразумно. В моем положении обычно хватаются за любую соломинку. Когда Керос войдет в Афины, царь будет свергнут. То есть ты предлагаешь мне перейти на сторону Кероса? Другого выхода нет. Он может стать новым лидером Спарты. Вернись к нему. Я умоляю тебя. Умоляешь? Когда-то ведь и я оказал тебе услугу. Любая услуга имеет свою цену. Почему ты сразу не пришел ко мне? О чем вы говорили? Отвечай. Что здесь делала Аспасия? Я к тебе обращаюсь. Не истязай себя, Элея. Керос. Керос. Я не смогла переубедить его. Помоги мне. Спарте меня ждет верная смерть. Не слушай ее. Она выдаст тебя царю, как когда-то выдала меня. Ты знаешь эту женщину? Она была моей женой. Самое презренное создание. Она тебя погубит. Это неправда, Керос. Ты знаешь, я люблю тебя. Убирайся. Это территория Аргоса. Вам сюда нельзя. Я плачу за молчание. Привал сделаем дальше. Ты не видела Лею, Мардок? Пошла прихорашиваться. Для тебя. Элея! Элея! Вы ее не видели?
Лея пропала. Что ты несешь? Как она могла пропасть? Смотрите, ее лошадь. Аспасия. Эта женщина способна на все. Туда. Можешь убить меня. Тебе это ничего не даст. Даже не надейся. Ты слишком ценная добыча. Последний козырь, чтобы выиграть противостояние. Или проиграть. Победитель должен оценивать риски. Перекройте отступление. Удивлена? Удивлена? Еще бы. Такая честь. Зачем ты ее держишь? Хотела подарить тебе, возлюбленная Кероса. В обмен на нее ты получишь и Кероса, и статуэтку. Какое совпадение. У меня тоже есть для тебя подарок. Только ты сможешь по достоинству его оценить. Бери. Это не то, что ты думаешь. Не смотри на меня так. Я хотела помочь. Я люблю тебя. Нет. Я люблю тебя. Клянусь. Чего же ты испугалась? Здесь острые шипы. И это все? А как же яд? Бери. Он твой. Нет, умоляю. Бери. Нет, нет. Следы ведут сюда. Не беспокойся, далеко они не ушли. Вперед! Сюда. Нет, Керос, не приближайся, это ловушка. Керос, я отпущу девушку в обмен на статуэтку. Но для начала отошли своих людей. Думай быстрее, если хочешь увидеть ее живой.
Рано или поздно мы вернем ее себе. Оставьте нас. Я жду, Керос. Я брошу ее тебе, когда отпустишь Аллею. Быстрее на границу. Вперед! Она мертва? Аспасия. За ними. Я всегда любил ее. Они ушли и забрали мою девочку. Время потеряно, но мы настигнем их, даже в самой Спарте. Керос! Мы ждали вашего возвращения. Приказания будут? Перекройте дорогу на Аргас. Кероса взять живым. И не дайте ему уйти. Вас я уже проинструктировал. Мы устроим теплый прием к твоему возлюбленному. За холмом территория Спарты. Разворачиваемся. Поедем другой дорогой. Это еще зачем? Мардок, вернись! Ты сошел с ума! Там коровы. Наступление!
Семером целый отряд. Ай да мы. Беритесь за оружие. Мы либо сложим головы, либо обретем свободу. Это тебе на орехи? Открывайте камеры. Сойти к червям в могилу или бой победой завершить. Нет, ты убил его. Убил. Настал мой час. Обещай заботиться об Эли. Я отдаю тебе свою девочку. Нет, не смей так говорить. Мы с тобой еще не один кубок вместе осушим. Нет, я не боюсь смерти. Я слишком часто в своей жизни умирал. Послушай. Стою перед вратами Аидова царства, без сил, и жизнь по капле тело покидает. Укрой меня своим покровом, тьма, чтобы навеки миф обо мне растаял. Они не должны были проникнуть в Спарту. Задействуйте против них все свободные отряды. Задавите хотя бы числом. Победитель этого боя очевиден. Керос не тронет меня, пока ты в моих руках. Мертвые или живые, они добьются свободы. Мой господин, они выпустили гладиаторов. Идут сюда. Сюда!
Нет, отпусти меня. Цела? Да. Шились. Керос, не убивай его. Оставь его мне. У нас старые счеты. Прощай, Керос. Прощай, Элея. До скорой встречи. Как только отстоим Афины, сразу к вам. Желаю удачи. Твое напутствие дорогого стоит. Мы будем ждать. Прощай, Элея. Да здравствует свобода. Слава народным героям. Слава Керосу и его друзьям. Слава победителям. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании «Петербург, 5-й канал».